Получил я письмо из далекого края. Арестанту вновь сердце зажгло. Так однажды по жизни порою бывает, что тебя у порога не встретит никто. Береги свою мать, чтобы боли не знала, чтобы просто калитку открыла живой, чтобы слезы ее не о том горевали, чтобы просто однажды дождалась домой. Прости меня, мам, что тебя я не слушал, и теперь я один в этой жизни пустой. Я бы отдал бы все, даже продал бы душу, чтобы только ты, мам, возвращалась домой. Познал, я все это разрушил, я все это с годами по жизни прошел, только слов не вернуть, мой сынок самый лучший. Я тогда и подумать об этом не мог.